Вот такси ждет. В чем важность сегодняшнего дня? Это едем на шашлыки. Сейчас едем закупаться. Коллега здесь. Вот это вот больше, вот. 2,5 килограмма. Возьмем. Так, наш список. В общем, что мы из этого купили? Еще не купили, просто закидали. Уголь и рожек. Дальше шашлыки, я думаю, не нужно. Салат не нужен. Елка нужна. Ладно, давай вот этот. Поехали, давай. Блин, такой предновогодний настрой. Вообще классно. О, здесь. Прям Новый год, Новый год. Я думаю, не на шашлыки нужно вообще готовиться, а сейчас к Новому году. Вообще закупиться этими гирляндами. Правда, как думаешь? Вот это вот. Кстати, а почему яблоко дороже? Здесь 189, мультифрукт 154. Это невкусно, типа? Не пахнет. Мягкий, но не пахнет тоже. Это тоже один из самых ответственных моментов, когда нужно брать правильно салат, потому что советчиков может быть много. Почему-то я это не сделал, не то взял. В итоге придется покупать все равно нам, то есть Фридой. Она там пока выбирает. Пусть выбирает. Я пока здесь разберусь. Так, здесь вот из этой капусты вот хотелось попробовать либо вот эту квашеную, либо вот это с хреном, с креном. Это вроде с хреном, да? Ага. А может это? Классный. И вот это вот. Да. Вот эту, да, побольше можно посуду? Вот этот классный. С хреном что-то прям как будто немного подсохший. Не хватает, а вот этот насыщенный. Набрали вот на 8-9 человек. Я думаю, вот этот простой взять. Всякие заморозки, да? Да. Я вот тоже чем проще, тем лучше. О, все, мясо есть. Все есть. Все, майонез. Мы собираемся. Распечатал вот такой вот ценник, который 329 рублей, а это арахис и помидоры на косячек. Если нормальные люди, оставим лучше там, чтобы нас не повредил. Вот и все. Наша беседка, доехали. И снег так не метет. Классно, пушистый. На улице тепло. Нас будет 9 человек. Самое основное, сетку забыли. Мясо есть, есть. Сетки нет, блин. Сейчас пойду до администрации пешком. Жаль, что света не хватает. Ой, все загорелось. Как это вкусно выглядит. Так вот. Мясо готово, но косяк я уронил. Все знают об этом. Все знают. Когда доставал, я ее уронил случайно. Песок. Времени 23:02. А я только-только собираюсь выезжать домой. Это не из шашлыков. Вообще подготовка идет сейчас к завтрашнему дню фестиваля. Всем пока и до завтра.